Ресивер Ренк Арена, модель 1020, УКВ, прием. Информационным технологиям. Почему судьба ко мне жадина? Пьяниц и потерпевших уволили по одной статье, посчитав, что они не должны честь. Афина сейчас идут за поборы, другие задержки. День славянской письменности. Праздник, приуроченный ко дню памяти святых братьев Кирилла и Мефодия. Они стали родоначальниками славянского алфавита. Вместе с нашей страной этот праздник сегодня отмечают в Болгарии, Белоруссии, Македонии, на Украине и в других странах. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want. You know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want. You know I got it. Кроме этого, есть вход для магнитного звукоснимателя для винила MM и вход универсальный для CD-проигрывателя или более современного источника, такого как iPhone. Ну, есть еще волны среднего диапазона. Не знаю, тут, наверное, что-то сейчас ничего не принимается. Нет, что-то есть, но антенны, просто посоединить антенны сейчас нету. Какая-то жизнь есть на среднем диапазоне. Вот. Безопасность персональных. Я считаю, что, к сожалению. У тебя очень красивая кофта. Прям настоящая балетная. Это что такое? Расскажи. Купила в очень таком магазине. Визуализируют вообще в зале? Есть такие? Поаплодируйте, кто визуализирует. Странно, что только девочки аплодируют. Мужики должны были зааплодировать. Каждый мужик раз в неделю нет-нет, да повизуализируют.